Меня зовут Ландыш, и я менеджер компании InterService. Мы очень много рассказывали вам о технике бренда XCMG. Сегодня наш обзор будет об экскаваторах-погрузчиках. Модели XC8 S2570 грузоподъемностью 2,5 тонны и модель S3570 грузоподъемностью 3,5 тонны. У этих двух моделей много общего. Коробка передач ZF, мосты Carrera. У них установлен двигатель UCI с турбонаддувом с мощностью 100 лошадиных сил. Также у них имеется аксиально-поршневой насос, специальная разработка XCMG. Фронтальный ковш объемом 1 кубический метр. У равнопоршневого экскаватора-погрузчика 1,3 кубических метра. Еще у разноколесного экскаватора-погрузчика экскаваторный ковш имеет объем 0,25 кубических метров. У равноколесного же варианта экскаваторный ковш объемом 0,26 кубических метров. Техника управляется при помощи джойстиков, а также есть подготовка под гидролинию, и она находится на экскаваторной рукояти. Обе эти модели являются полноприводными, но в равноколесном варианте дополнительно имеется функция крабовый ход. Кабины погрузчиков очень удобные и просторные. В ней имеются кондиционер, радио и мягкое кресло для оператора.